Так это лучшее, что королевство может послать против нас. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мерик не говорил тебе, что он к нам приходил искать свой посох? А он тебе не сказал, что без посоха ему не удастся обновить заклинание, связывающее нас, и что очень скоро мы все будем свободны? Ваши предки заточили нас в этой дыре, а потом рассказывали своим детям страшные сказки о нас. Так вы и забыли, что сейки действительно существуют, и с ними надо считаться. Надеюсь, ваш бог более милосерден, чем я.